Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Sharp Aquos R2 сбросить настройки камеры. Заходим в камеру. Далее настройки. Давайте включим какие-то разные настройки. Давайте, точнее, все может выключим. Поменяем размер снимка. Включим направляющую линию. После чего, если вы хотите все сбросить, нажимаем «Сбросить настройки» и «Да». Как видите, все то, что мы только что выключили, вернулось на свое место. И вот так вот просто у нас сбрасывается камера. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!